Всем привет! Вы на канале «Пакостим тупым соседям». И в этом видео я расскажу вам о 10 пранках, которые помогут приучить надоедливых соседей. Итак, первое, что я вам покажу, самое годное – пранк с какашкой. Ага. Скайлер, ты что тут смотришь? А, чел, ты что так пугаешь? А что это за дурацкие видео ты там смотришь? Я? Видео? Какие видео? Совсем не понимаю, о чем ты. Я это, вообще-то делала, ну, домашнее задание. Скайлер, ты понимаешь, что ненормально мстить? Чел, конечно. Что-то я тебе не верю. Я не собиралась никому мстить, понимаешь? Скайлер, это ненормально. Ты же понимаешь, что он не сделал тебе ничего плохого. Ладно, да, ты прав, не буду я ничего делать. Надеюсь, что ты меня не обманываешь, потому что это ненормально. Ага, конечно, не буду. Будет знать, с кем связался этот сосед. Нечего было меня плагиатить. Вот теперь-то ты получишь по заслугам. Наконец-то хоть какая-то справедливость. А теперь сваливаем. О боже, она серьезно подложила ему какашку. Совсем что ли больная? Нормальная, Скайлер, все за ней надо исправлять. Вот и все, улик нет. Соседу не напакостили. Замыли в туалет сходили. И Скайлер ничего не заподозрит. Привет, Скайлер, я... А, что? Какая какашка? А, в смысле? Ты что, держала пакет с какашкой? Да там просто мыли, ну, накакала, я убирала... Ай, да ладно, на самом деле... Я реально устроила пранк для этого соседа ненормального. Я подобрала с улицы какашку и подложила ему под дверь. Капец. Чел, я так счастлива, пойдем покажу, пойдем, пойдем. Ты просто обязан это увидеть. Офигеть, чел, какашки здесь уже нет, значит, он ее увидел и убрал. Мой пранк удался, юху, я так рада. Вот теперь-то справедливость на моей стороне. Получай по заслугам, наглый сосед. Мой шок в шоке. Так, теперь напишем очень интересное письмо. Здравствуйте. Мы знаем о том, что вы плагиатите Мона Лизу. За это на вас возлагается штраф в виде 200 тысяч долларов. Также на вас поступила жалоба в суд от Скайлер Нейли, вашей соседки, между прочим. Также вы должны за плагиатство и ей 3000 долларов. Так что все 5000 отдаете ей, а она 2 из них потом передаст нам в суд. Не волнуйтесь, все по-честному, можете ей доверять. Но если вы не передадите деньги, то к вам приедет полиция. Вот и все, мое гениальное фейковое письмо для соседа готово. Надеюсь, ты будешь доволен таким новостям, любимый сосед. А вот теперь посмотрим, кто из нас более умный. Уметь плагиатить мало для этой жизни. О боже, Скайлер, ну сколько можно? Чел? Так это ты портишь все мои пранки! Я-то думала, ты друг, и что тебе можно доверять! А ты, оказывается, даже не на моей стороне! Да потому что ты творишь ненормальные вещи! Ты можешь просто с ним поговорить, но делать пакости — это ненормально! Ненормально предавать друзей! Он сам в этом виноват и сам этого заслужил! А ты предатель! А ты вообще больная и ненормальная! Сам ты больная! Уж явно получше тебя!